Солдат, ты уже добрался до центра связи? Надо немедленно передать флоту сигнал. Берегись Свона и Кэмпбелла. Этим шишкам из корпорации плевать, что будет с нами. Давай, шевелись. Перепады напряжения в главной системе связи 48.8.6. Подключается резервная система. Thank you.
Основная система связи вышла из строя. Наладить резервную систему не удалось. Перегрузка систем связи. Канал связи отключен. Шеймус Блейк, 16 февраля 2145 года. Хотя новые процедуры дистанционной замены модуля требуют от персонала некоторого времени на освоение, в конечном счете это гораздо более безопасный, быстрый и простой метод. Как только техник получает сообщение о неисправности, он просто выясняет, какой модуль нужно заменить, и подает команду на замену модуля через терминал дистанционного управления. Автоматически запускается процедура замены модуля. От ремонтника поступает уведомление, что такой-то модуль требует починки. Мелкий ремонт может выполняться на месте с помощью стандартного оборудования. Надеюсь, что когда мы найдем и ликвидируем источник недавних перепадов, новая процедура будет использоваться все реже. С большинством остальных неполадок система способна справляться автоматически.